Экспозиция насчитывает свыше 100 графических и живописных работ и охватывает весь период творчества художника. Виктор Иванович не останавливается на достигнутом и продолжает творить. Для зрителей в галерее представлены и картины 2022 года. В этот день поздравить художника пришли представители власти, коллеги по цеху, деятели культуры, друзья и поклонники его творчества. Все, что я делал, это я как бы делал одно целое. К нему добавляю какие-то кусочки. Смысл так оказался, да, не от меня зависимый, что он мне время дало задание. Жизнь отобразить правдиво, честно, с любовью, с уважением, с преданностью. Из Москвы приехал вице-президент, академик-секретарь отделения живописи Российской академии художеств Евгений Максимов. Он вручил Виктору Ивановичу поздравительное письмо от президента Российской академии художеств Зураба Церетели и медаль имени Ивана Шувалова за вклад в отечественную культуру и искусство. От Петровской академии наук и искусства из Петербурга выступил советский и российский художник Виктор Деменчук. Выставка продолжит работу до 19 августа.